уважаемые наши друзья, мы сейчас покажем вам отрывки из музыкального спектакля «Скрипач на крыше». Голдер, где вы берете такой крупный изюм? Это вы берете, а мы покупаем. Все за стол, зажечь свечи и никаких разговоров, кроме как с Богом. О, Всевышний, все в твоей власти, уповаем мы на тебя. Ты вовеки свят, наш милосердный судья. Я снова встретиться с друзьями, но как же тут не быть вместе с вами? И хоть мне дело предстоит полней, полней, чем больше я пью, тем я трезвей. Простой так. Да, да. Нет, так, нет. Крэплайзер, это не разговор. Мы не в лавке. Тут дело тонкое. Вы в первый раз женитесь во второй. И хоть я пил вашу водку, я вам прямо скажу. Нет. Прямо спрошу, почему? Живое существо, Рэплайзер. Душа за нее болит. Ну, приходит срок, надо же отдавать. А куда торопиться? Река, что ли, загорелась? Так она же у вас не одна, есть же еще. Вот. Вот тут только начни. Возьмете одну, захотите и другую. А что мне делать с двумя? Мама! За жизнь, за жизнь! Лыкаем! Лыкаем, лыкаем! За жизнь! Я люблю ли? Ну? Уж 25 лет живу я с ним, ругаюсь и мирюсь я с ним. 25 лет обнимаю лишь его, коль это не любовь, так что? Так ты любишь! Ну, выходит, да? А я тебя любил всегда. Давай, внученька, выплывай, ты ведь девочка, я чувствую. Давай, Голда, тебя Голдой назовут. Голда, имя счастливое, золотое имечко, ну! Давайте, девочки, всплываем! Еще! Еще! Господь милосердный! Да помоги же им, возьми мою душу, передай, ну! Ладно, все хорошо. Спасибо. А теперь... Это чудо, когда все цветет. Государственным
Ну, потом мы чем-то не понравились Мединскому, как и остальные учреждения культуры, музеи, вузы, театры по всей стране сейчас подвергаются гонениям, разрушениям. Наверное, у нашего министра культуры какая-то высокая цель, которая мне непонятна, да. Не дорос до высоких мыслей высокого начальства. Вот, но Бог с ним. Мы сейчас поговорим о музыке. Музыка – это единственное из искусств, которое минует мозг, в том числе министра культуры, и попадает прямо в сердце. Я хочу подчеркнуть, что искусство не убито. Как говорил Смирнов-Сокольский министру культуры Фурцевой, когда она сказала, что если вы будете так себя вести, мы у вас звание отберем. А Смирнов-Сокольский ответил: товарищ министр, но имя-то вы у меня не отберете. Так вот, сейчас мы вынуждены будем создавать новый театр в Киеве. И раз России не нужен наш театр, значит мы будем его создавать в Киеве. Вот такая история. Мы живы, и я очень надеюсь, что несмотря ни на какие политические проблемы, несмотря на ужасную агрессию, которую совершаем мы в отношении Украины там, и все такое, искусство цело, искусство живо. И я очень надеюсь, что мы новым театром приедем на наш новый Лимут, который будет в Львове, и в Лондоне, и в остальных странах, и уже покажем наш новый театр. Будет все хорошо. А сейчас я вам хочу показать еврейский номер. Oh.
Концерт закончился? Так и нет! Ай, ай!